Девчули и мальчишки, всем доброго дня. У меня день начался поздно. Я повалялась, полежала. Пашка уже сбегал в магазин. Короче, в ленте я увидела на сайте по акции вот такие вот гели для душа. Там было много видов. И голубые, и всякие, короче, расцветки. Вот, ну, говорит, осталось вообще вот эти тоже, по-моему, последний он забрал. Я так и не поняла, чем пахнет запах. А, с ароматом дыни. Ну, такой, есть, ну, такой еле-еле. По 49 рублей. Я говорю, иди, нам надо сани гели для душа. Он-то не любитель таким пользоваться. Думаю, по акции, почему бы и нет. А этот заряд бодрости... В принципе, тут сколько, по-моему, 200... А, 400 миллиграмм, да. По 49 рублей. Короче, ладно. Я еще, бывает, с гелем для душа делаю пену. Мне нравится пена. И оливковое масло вот такое. Вообще, слушайте, 260 рублей. 263 рубля, по-моему. Вот. Здесь объем 0,5. То наше оливковое уже закончилось. Он и жарил, и парил, и, короче, и все. Оно закончилось, вот эти 2 литра, представляете, за месяц. Я... Кстати, срок годности по 15 июля 2024 года. 260 рублей. Блин, почему бы нет? Вот, кстати, то на вкус азербайджанское, которое, вот те большие бутылки, они не горчили, потому что каждое масло, оно же с разным вкусом. Я вот читала, да, там все по-разному. Какой сорт оливок, там в какое время года, там все такое, все это делалось. Так, вот эту прокручивающую сняла. Немножко с горчинкой. Ну ничего. Все же лучше, чем обычно подсолнечное. Кстати, борщ вчера вообще на ура. Я вчера две чашки, две тарелки, вернее, съела борщ. Пашка тоже вчера перерыв, потом тоже повторил. Такой классный. И вот осталось прям чуть-чуть. Он сегодня еще с утра съел. И вот, видно, мне тарелочку оставил. Я сейчас подогрею с превеликим удовольствием. Вот что значит варить 3 часа. Не мясо, а вот именно, которое вот эти кости, чтобы наваристый был. Вообще здорово. Почему-то я как-то раньше просто мясо отваривала и все. А вот именно дело все в бульоне. Представляете, сколько лет я не знала такой вкусноты. Вот такая вот я хозяйка. У нас на улице опять жара. Пашка говорит, вообще жара. Так, а меня здесь на столе радует цветок. Видите? Расцвел цветочек. Радует малочку. Они не пахнут, гибискусы. Раньше у них огромные были цветы, сейчас как-то мельче. Ну, это, кстати, как бы подросток молодой. Вот. А надо было сказать. С Пашкой сегодня утром разговаривали. Ну, как утром, валялись это и разговаривали. Он говорит, блин, что такое у меня в горле? Он говорит, мне сейчас, две недели уже без сигарет, без пива. Он говорит, я сейчас себя легче чувствую. Вот. И у него отхаркивается, вот как молочное попьет, у него отхаркивается. Я говорю, так ты еще будешь 3 недели отхаркиваться от сигареты. Я говорю, сколько лет, конечно, блядь. 16 лет курить. 16 лет курить, не бросая. Представляете? Я говорю, ты еще будешь долго отхаркиваться, 3 месяца, наверное, точно, пока свои легкие не очистишь. Я говорю, не тянет, он говорит, не тянет.
Славка, значит, вчера на даче был, пробухался. Вот. Надо сегодня утром приехал. Он ему писал. С Вероникой, короче, это на перекличку пошли. Вот. Завтра мы уже на работу. То есть с поездом это вообще трэш, да? А перепутать время, дату. Ну вот, кстати, вот такое время, когда 00 с копейками, многие люди и на самолет опаздывают, и вообще происходит. Это надо прям вдуматься тщательно, когда тебе во сколько уезжать. Блин, давай собирайся, пошли. Все, мы пошли в магазин. Такой сад разросся, вообще красота. Цветочки. Какие георгины большие. Обалдеть, но... И вот эти цветы нашего детства. Ну, а мы в магазин пошли прогуляться. Что-то... Ну, духота, правда, влажность такая. И вроде как затянуло. Вообще ничего не охота делать. Какая-то душнина, блин. Уже 150 раз умылась. Пашка уже сколько раз влага просто нам принял. Духота. Пошли в ленту. В ленту прогуляться. Папе надо срочно котлеты, да, поделать? Нет, я не ему знаю, котлеты это... захотелось. Нет, мы что-нибудь замутим, туда накрутим. Ну да. Это мы придумаем. Ага. Что-нибудь придумаем, что-то. Он говорит, мясное, хочу мясное, хватит, говорит, уже кабачки, говорит. Какое мясное? У нас дома просто мясо нет. А я сегодня что достала мясо оттаивать? Там какое-то это, я же ничего не буду говорить. Шея. Ну там маленько, что там шея? На две котлеты, что ли? А я думала, кусочками что-нибудь обжарить. Да, все, проделаем. Вообще никого нет. Знаешь, что, возьмем еще огурцов. Огурцов возьмем. Каких огурцов? Просто огурцы к салату. Ну, берите, что-то. Ну. Я как-то уже наелся. Что такое-то? Нет, как... Представляете, что такое за рыба здесь? Набор к пиву. Не, ну и что это такое? Субпродукты, масляная рыба. Ну, масляная рыба это хорошая. Здесь вот ну, а тут кишки. Нет, он достал вот такой, говорит, что за кишки? Пиво написано. Ты же пиво не пьешь. Винца. Я не пью, я могу сейчас экстра пиво взять. Как понять экстра пиво? Хорошее, которое без всяких примесей. Пашке так и охота что-то выпить, да? Помнишь, брали? В Китае привозили. В этих, как в этом да, брали, как да, он называется? Да. Дьюти-фри. Тогда еще открыли. 1200 с лимоном. А вот да, он. Да, да, да. Вот не такую брали. Не, ну хорошая мы тогда да, оно прикольно в железной банке. Я помню, что на хорошем. Дьюти-фри. Белуга. Я говорю, пиво нельзя. Он говорит, может, вино? Я говорю, можешь или шампанское немножко, да? Ну тебе что, только, как сказать, пригубить и все. Да, да. Мам, пиво нельзя, я пиво не буду. Пива надо много брать, я бутылочка. Вот. Смысл его пить? Тебе для желудка нельзя пиво. Пиво нельзя. Какое... Что-то снимаешь? Там посмотрю. Пошли за маленькое. Набрали, блядь, полтелеги. Кого мы набрали? Да сворачиваешь. Человек, видишь, едет на бибике. На бибике. Пошли. Все, пошли. Полтелеги. Это мама набрала полтелеги. Да. Так, распаковка, чек. Знаете, особо не собирались туды-суды. Пашке что-то захотелось выпить, метался. Да ладно, прекращай. 3668. Почти 4000. На несколько дней буквально. Что-то на сегодня на вечер. Взяли молоко. Так, сейчас. Хлебцы. Ань, доставай все. Сейчас вот. Кушать будешь, папа? Хлебцы вот такие. А колбаску обжарить. Блин, по 29 рублей. Колбаска вкусная там. Вот сейчас будет обжаривать, а потом, а потом котлеты. Котлетки там тебе закрутить сейчас. Так, давай, я так снимай, я поставлю, давай. Да. Все, тише, не кричите. Я какой-то коктейль купил, видел? Да. Ну, такой недорогой этот... Вот коктейль. Да, Бог, спасибо. Коктейль и взял. Да? Коктейль.
кефир-то вот это вот складываю в холодильник. Сейчас кладу. Так, из мяса что взяли? Филе бройлерное. Одну штуку, наверное, фарш. Короче, мы вообще затеяли, что фарш это сделать. Я пока пиво поставлю. Котлеты. Вообще хотим фарш с котлетами сделать. Так, пакеты для мусора. Пашка настоял, чтобы я кофе взяла. Он говорит, это тебе, это тебе. А он говорит, я не буду. Типа для сердца вредно. Лук. Отдохну без вас кофе. Отдохнешь? Да. Так, кстати, лук по 20, сколько? По 28 за килограмм. Пашка такую колбаску это взял. Сейчас полненько обжарим. Обжаривать. Мясо взяли. Мясо, блин, все дорогое. 348. Они делают, обычно да? Вот это вот мякоть, которую мы брали, там, допустим, по 240, по 230. Сейчас уже 350 вообще. Картошка. Просто дома картошки сейчас нету. Дорого. Ну, жарь тоже на меня немного. Вот такие лепешки у них свежие, которые они сами делают. Так, давай я вот так. Так, яйца. Это маленькое яичко не завис. Масло. Масло такое вот недорогое. Икра судака, по-моему, что-то тоже на цена была. Огурцов взяла для салата. Помидоры же есть домашние, огурцов домашних нет. Приходится магазинные. Колбаску. Что же на акции 149 рублей. Вот такой сыр. Настя из твоей фирмы взяла. Радость вкуса ореховый. Настя с Аленкой, две сестры, они как типа мерчендайзеры по сырам. И вот одна в ленте, другая у нас в магните. Приходят сыры. Она говорит, радость вкуса, ну, типа вкусные. Я говорю, я знаю. И также, что у нас сегодня 40% на средства гигиены, там шампуни, все такое. 40% уже, да, по-моему, скидка. И получается так, мыло дегтярное взяла сразу 4 штуки. Мне, кстати, нравится, давно не покупала. Шампунь дегтярный, уже много лет, я ему не изменяю. Нет, я покупаю другие, но все равно для волос, вот почему-то Невская косметика, вот этот мне подходит. И Аня, кстати, подходит. Вот такую штучку взяли по мазюку, 69 рублей. Так, Паша, пену. Пена тоже, кстати, у тебя должна быть на акции. Сейчас посмотрю, почем пена. 135 получилось. 135, слышишь, Паша? Да, да. И вот такую штучку я взяла. Я на нее давно смотрела. Это термокружка, но она металлическая. У меня были много раз пластмассовые, типа для кофе, для чая. И они все потом со временем протекали. Ну, я не знаю, протекали. Наверное, лопалось это пластик. Так, здесь набор подарочный с чаем термобутылкой. То есть чай получается вот такой в пакетике. Давайте откроем сразу. И термобутылка. Блин. У нас, кстати, будет алкомукбанк, но попозже. А, вот такой. Не знаю, что там за фирма. Чай черный. И вот такая термобутылка. Мне нравится дизайн. Паша, ты куда что там набираешь? Тебе это надо? Я говорю, конечно, надо. Конечно, надо. Этот клей прилип. Вот такой чисто женский, такой супервумен. Типа заниматься то дым-судым. Так. Ну и обычно как открывается. Здесь вот металлический. Ну и крышка. Все будет сохранять тепло, горячо будет все сохранять. Не знаю, мне это надо. Вот опять
эстетично красиво смотрится. Аня, смотрю, уже типа хотела подрезать. Здесь вот такая вот подставка, такая мягенькая. Ну, на сегодня все. Такие покупки. Сейчас будем жарить, варить, короче, готовить. А потом, скорее всего, будет алкомукбанг. Ну, а на этом все, мои хорошие. Все, спасибо за просмотры. Все, всем пока.